Самые младшие воспитанники детского сада «Журавлик» готовятся к представлению. Пока в качестве зрителей. Но пройдет некоторое время, и они непременно подготовят для своих родителей и наставников какой-нибудь интересный номер. Ребята переступили порог дошкольного учреждения в начале сентября прошлого года, когда, собственно, и состоялось торжественное открытие ясельного корпуса детского сада номер 34. С открытием ясельного корпуса решено много проблем. Во-первых, родители, не дожидаясь исполнения трехлетнего возраста малышей, смогли раньше времени поступить к нам в ясельки и освободились, имеются свободные места для дальнейшего трудоустройства родителей. Строительство ясельного корпуса стало возможным в рамках национального проекта «Демография». Участие в программе позволило только в этом детском саду увеличить общую вместимость с 450 до 530 мест. Как раз за счет возведения современного здания. Все устанавливалось здесь с учетом возрастных особенностей – сантехника, мебель, игровые комнаты и многое другое. И вот звучит команда воспитателей, начинается представление. Юные артисты демонстрируют своим еще более юным зрителям все то, что они репетировали к новогодним праздникам. Первый для малышей утренник, скорее всего, не запомнится им надолго. Все-таки этим мальчишкам и девчонкам пока сложно концентрировать свое внимание на чем-то одном. Но это сейчас не главное. Куда важнее, что чуть более старшие со всей ответственностью подошли к принятию малышей в одну большую детсадовскую семью. Национальным проектом «Демография» в Черкесске было предусмотрено строительство нескольких ясельных корпусов для детишек от 1,5 до 3 лет. Часть из них функционирует, остальные будут сданы в ближайшем будущем. Всего же возведение образовательных строений для малышей позволит уже в этом году пойти в ясельные группы 600 малышам. Артур Мхцемиха Каракелян. Итоги недели.